Вот в подъезде у нас такая ситуация, что у нас все здесь валится, да? Все, вот это скоро стена вывалится совсем. И чердак уже держится, на честном слове тоже. Скоро эта лестница тоже у нас свалится. Вот горел ящик. Вот так вот дети бегают, не дай бог, они залезут на эту лестницу, и у нас с лестницы тоже все это упадет. Вместе с лестницей чердак обвалится. Вот тут Ваша кирпич упал, засними, Катя, вот тут все, кирпич это все обвалилось, все здесь. Вот сегодня вот. Упал кирпич вот на ребенка. На ребенка это все упало. Здесь шлак весь на полу, вот не видно. Все это сверху падает. До этого там что было, бутылки падали почему-то. Кирпичи все круглые. Или камни там уже вот. Все уже обваливается. Вот там уже все вот на честном слове держится. Уже все, он идет в другой стороне. Теперь мы идем на первый этаж. На первый этаж. Там тоже двое детей маленьких. Не помыться детям, ничего не могут они. Зимой здесь вообще. Вот такая ситуация здесь вот тоже внизу у нас. Ни в туалет сходить, ничего, не помыться не могут они. Пол вот весь мокрый, аж вот из-под дорожек вон вода выступает. Бежит кран, вон что капает, все. Все гнилое. Все на честном слове держится. Грибы растут. Вот. Чтоб не бежала сильно вода по всему потолку, потому что меняли вот сами, своими силами меняли. Вот у нас все упало. Трубы, все гнилое. Да, все упало. Нашей администрации дела нет. Они сказали, делайте все за свой счет. Стоят тазики, баночки. Вон тазики, полный тазик стоит. Все в воде. Вон вода стоит. Вон тазики да. Стоят. Вот. Все мокрое, скоро все обвалится. И ребенок у нас лежит на диване. Ребенок у нас сегодня голову разбил. А кирпич на голову упал. Вот лежит ребенок у нас. Лиза, рассказывай, что с тобой сегодня было? Я пришла сегодня со школы, покушала, переоделась, мне бабушка решила погулять. Я пошла за Андреем заходить. Я начала подниматься на второй этаж, на меня упал кирпич. Я быстренько побежала к бабушке, мне бабушка промыла рану и смирила ее. У меня стукнутая голова. Болит. Теперь болит. Все.